цель появилась стать почетным донором. Ну и, конечно, соответственно, это помощь людям больным. Дмитрий сдал кровь первый раз в армии. С тех пор это стало доброй традицией. И донорский стаж у него уже 13 лет. Дополнительный выходной и денежная сумма на обед – таково поощрение за одну сдачу крови. Очевидно, что большинство приходят сюда не из-за личной выгоды, а ради помощи тем, кто в ней нуждается. Для помощи людям езжу сюда из Ревды, то есть я не местный, с 2010 года. То есть как бы сдаю каждый месяц практически, как получается. Более 2000 человек в этом году стали донорами. Это и те, кто приходит сюда по собственной инициативе, и участники всевозможных акций. Например, сегодня проходит акция «Сдай кровь, спаси жизнь». Ее участники – студенты учебного центра новотрубного завода. По словам медиков, за этот год такая акция проводится уже второй раз. Мы делаем, значит, это для того, чтобы пропагандировать донорство, потому что доноры нужны нам каждый день, кровь нужна каждый день. То есть для того, чтобы оказать помощь и спасти людей. Как бы пафосно это ни звучало, но стать донором – это действительно спасти чью-то жизнь. Ведь само слово «донорство» происходит от латинского «донаре», что означает «дарить». В эти дни станция переливания крови проводит месячник донорства. Участие в нем традиционно принимают городские предприятия, учебные заведения и просто неравнодушные люди. Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.